Она там. И Дженнифер там. Подружка-кинозвезда и верная возлюбленная. Хотя бы одну из них ему надо спасти. Берегись, Бен! Помоги мне, Бен! Шелест! Ты спас меня! Конечно. Ты же моя девушка. А где Дженнифер? Сейчас. О, ты спас меня? У меня есть то, чего нет у Немесиса, мои друзья. Сейчас их не будет. Что это с ним? Он так накалился. Я чувствую жар даже сквозь железо. Это вовсе не жар. Ты чувствуешь мою силу. Он просто раскаленный? Может, ему нужно сменить масло? Послушай, давай отключим эту штуку и все проанализируем. Теперь ты решил стать моим другом? Неужели я потратил свою жизнь на то, чтобы защищать таких, как ты? Капитана Немесиса больше нет. Отныне я всемогущий лорд! Может вызвать ему психиатра? Когда он использует этот луч, он нагревается еще больше. Еще немного, и Немесис взорвется. Нельзя этого допустить. Водяная сила! Я хотел превратиться в крылатого, но я тебя и так охлажу. Сначала обольем тебя ледяной водичкой. А потом я впитаю влагу из воздуха. Лучше помолчи!